как дела у вас? Штурман у меня вот сидит, а вы еще раз. Направо нет. Все есть, даже. Тонический сад такой красивый. А это какие-то дипломаты едут. Связь, говна, связь. Поделиться с тобой? Можешь поделиться. Чуть-чуть. Долго я не буду перескакивать. Здорово, здорово. Лагает? А, извините, друзья. Самый быстрый интернет. О, смотри, как все чисто. У тебя один человек смотрит. А? У тебя смотрит один человек. У меня 111 написано. Машин свистит. Что там свистит на ней? Двигатель. Видите? Охренеть вообще. Что это за звук? Что это за звук? Друзья, не подскажешь, что у нас за звук. Походу, наша машина сломалась. Такой звук очень сильный. Наверное, Дашенька, отвалится колесо скоро у нас. Нет, Сереж, вот смотри, я делаю только тормоз, и оно перестает свистеть. Как я разгоняюсь, как будто после 80 где-то сотку, тогда начинает свистеть. Так, мы сейчас едем 40, она свистит. Ну и что? Что я могу сделать? Нам направо сейчас? Говорят, кто-то говорит ремень, что свистит. Какой ремень? Ремень свистит, кстати. Ремень, да. Вот. Осторожно, парни, не сбей. Ну я аккуратно. Да, аккуратно. Ремень, вот, он не может свистеть, Сереж. Ну что, пшить, что там происходит такое в машине вообще? Ой, смотри, да, смеются на нас. Да? Да. Здрасте, здрасте. Машет. Давай объясним проблему, что после 100 км в час оно начинает свистеть. Да, она начинает тормозить. Сейчас было 40, и она свистела. Нет, я нажимаю тормоз, и она свистеть перестает, понимаешь? Ну что пишешь? Пишет, что надо, короче, это, что надо в машину в сервис отвезти. Надо бы. Надо в Петербурге в сервис какой-нибудь отвезти. У вас есть знакомый, кто ремонтирует Opel? Нам направо? Нам направо, да. Сейчас нам направо? Ну, вроде да. Это же литейный мост. Ремень ДРМ. Колодки подклинивает. Какие колодки, Сереж? Ага. Колодки новые. Так, нам напрямо? Колодки новые были в 2014 году. Напрямо? Прямо. Да. Там вдали что-то течет. Это будет новая шутка. Новенькая будет. Чего там пишешь, Сереченька? Попробуйте пару раз ручник потянуть и отпустить. А, совсем что ли? Это фишка на... А, нам направо? Да, направо. Там сейчас, да? Сейчас направо? Вот на следующем съезде. На следующем. После этой ярко-зеленой машины, да? Смотри, какая яркая. Какой-то мускул. Давай. А вот русский мускулкар. Ука. Волжаночка. Волжаночка. Дядечка в рубашечке. Да там парень какой-то молодой. Гоняет на ней.